Администрацией города, спасателями и управлением Роспотребнадзора ведется активная подготовка городских пляжей к открытию купального сезона. На сегодняшний день идут проверки 4 основных участков – в Солочино, Орешке и 2 Барковских карьеров. Произведен отбор арендаторов, которые назначаются затем главой администрации, и они проводят всю работу по обеспечению активного отдыха граждан. В первую очередь арендатор назначает администрацию. Администрация, соответственно, изучает спрос граждан к пляжу, определяет регламент работы, устанавливаются пляжи. На пляжах устанавливаются информационные щиты, а также знаки, которые информируют граждан о условиях, которые созданы на пляже, то есть о температуре воздуха, о температуре воды. Помимо проверки, на пляжах проходит практическая подготовка спасателей. В экстренной ситуации ребята готовы протянуть руку помощи утопающим. Тем не менее, наша безопасность в наших руках. Все-таки на водоемах из жидкости лучше всего употреблять обычную воду. Ведь именно алкогольный градус в крови чаще всего становится причиной пополнения печальной статистики. Осуществляется патрулирование на пляжах, чтобы поддерживался общественный порядок, и тех, кто мешает активному отдыху, соответственно, предлагается им покинуть место пляжа. В этом случае актуальна поговорка «море по колено». Они начинают лезть в воду, не рассчитали силы средства, и, как правило, здесь подстигает коварство. Эти люди, как правило, и терпят бедствия на воде. Ну а открыть пляжный сезон официально планируется 2 июня. Пока же проводятся всевозможные проверки качества дна в водоемах, наличие спасательной атрибутики и прочих составляющих, обеспечивающих безопасный и качественный досуг.